Всем добрый день! Решила поделиться с вами, так скажем, своими приятными мелочами, которые греют душу, но до которых у меня последнее время все никак не доходит, как бы руки не доходят, настроение все не то. Вот это, такую вышивку я сделала сама бисером. Не доходят руки, нужно вот сделать рамочку, в магазин отнести, так как сама я не умею этим заниматься, то лежит она у меня в долгом ящике. Это у меня дочка младшая, поехала к дедушке с бабушкой в гости, говорит вечером, я сделаю шарик дедушке с бабушкой. Так как мы либо учителям в подарок, вот учителю делали такой шарик новогодний, и тут я говорю, ну давай, подала ей все принадлежности, которые нужны, чтобы сделать шарик, она у меня начала, но я вот ей выравниваю вот эти ленточки, делаю, она начинает обклеивать. Ну, конечно, я здесь ей помогла, доделала. У нее она только начала. На утро встала. Мама, шарик делать будем. Но так как нужно уже ехать, я сказала, что сделала его. Вот она съездила к ним, погостила. Шарик им подарила. И с шариком домой приехала. Так что лежит он пока. Ну, передадим обязательно. Следующее, вот сделала, сшила такую лошадку пробную, так скажем, и тоже вот не доходят руки, ее нужно украсить здесь, глазик нарисовать, ротик, зубки что ли там, губки, и украсить ее здесь, вот пуговочки пришить, так как вот у нее вот такие ножки получаются, что пришитые двигаются. Очень интересная, как бы, игрушка вот в подарок ребенку, когда дома доведенная, конечно, тоже все я на нее смотрю, но она у меня никак не сделана. Следующее, до чего у меня все никак не доходят руки, это вот такие шкатулочки. Сделали мы со старшей дочерью такие вот. Вырезали из большой трубы, которые вот в магазинах остаются от линолеума. Ее как бы вот вырезали определенные, какие нам нужны по размеру. И одну, получается, что сделала я себе, вторую она сама. Тут все подшкуривали, приклеивали. И вот такие вот я посмотрела в интернете, делают из бобинок от скотча. Но так как вот в магазине попросила, понравилась мне очень вот эта труба, не знала я ее куда воплотить в реальность, и вот получилась такая шкатулочка, очень, в общем-то, и вместительная. Здесь у меня, кстати, тоже покажу, это я пробовала в интернете, не помню, как они называются, что трафаретики. И вот по этим трафаретам делают такие вот сердечки. Какие-то они сердечки. Потом, если найду, то напишу внизу. Здесь вот недоделанное. Вот они еще двухцветные. Есть недоделанное. Такое вот двухцветное, но оно как бы склеивается. Это вот их как типа на открытки или вот кто оформляет что-либо. Очень интересно получается оформление. Особенно если одна, допустим, вот одна половинка сердечка и бабочки идет в полосочку или с каким-то рисуночком, а вторая однотонная. В общем, понравились мне. Сердечки. Ой, сердечки, но в сердечках бабочки. Вот еще пробовала просто вот из нотной тетрадки бабочки. Тоже вот для оформления
делать. Если их много, конечно, то будет оформление смотреться хорошо. Вот, не доходят руки для того, чтобы оформить эти шкатулочки. Вот у нас их две. Здесь у нас заколки лежат. И вот ходила в театр, там, как у нас там продают различные игрушки. С дочкой мы ходили на детский спектакль. И она увидела, говорит: я хочу ляльку. Сама, говорю, тебе сделаю. Пришли домой, не дала покоя, пока не сделала я ей лялику. Такие лялечки у нас получились две. Это из капрона. Сами они. Но мне так как нравятся. Вот бабушки есть. Бабушки с дедушками. У них носики такие вот как выпуклые, что ли. И вот я тоже сделала такой носик нашей ляльке. Здесь вот у нее как бы просто губки или... А вот у второй, сейчас вот ее давайте вам распеленаю, это у меня лялькой она внутри, но так как быстрее-быстрее ей делала, лишь бы, так сказать, отвязаться, чтобы она занялась чем-то, все необработанное, так лишь бы сделать. Вот она такая у нас лялька с ручками, с ножками, здесь запеленанная, все как положено. Вот они там продают у нас, женщина делает, и они вот так аккуратненько все с кружавчиками, но я так как быстрее-быстрее кружева уже не стала делать. А вот эта лялька у нас только образ, так скажем, ляльки, только вот голову я сделала. Если у той сделала прическу, там как будто волосики тут у нас торчат, то это просто такая... Просто галыш, что ли, тоже вот с таким же носиком нравится. Соску здесь сделала из пайетки, пайетка цветочком. И приделала тут бисериночку. Тоже можно доделать, конечно, довести до ума. Ну, она положила, вот и спит с ними. В школу, в карман может положить с собой. Вот такие лялечки у нас появились. Спасибо всем за внимание. Рада была, что смотрели. До новой встречи.